первый день, вы как видите, мы гуляли по такой территории, где больше ресторанчики, кафешки, магазинчики и тому подобное. Это было очень весело и интересно. Давайте перейдем к следующему дню. Следующий день начинается в студии, Universal Studio. Ну вот, мы приехали наконец-то в Universal Studio, это где создаются все мультики, но здесь сделаны типа аттракционы и всякие интересные аттракционы, связанные с разными мультиками, фильмами. Да, не только мультфильмы тоже, там Трансформеры, Мумия, Jurassic Park, этот... Юрский парк, потом Панда Кунг-Фу. Короче, очень много всяких мультиков, которые создают Universal Studio. Миньоны, Гадкий Я и тому подобное. Тут, значит, мы идем, мы купили, значит, быстрый пас, который дает нам быстро пройти без очереди. Значит, мы вот заходим в одно помещение, и там нам покажут что-то интересное. Что нам показывают? Показывают нам Панду Кунг-Фу, конечно, большую часть. Но и, конечно, там вначале же видели, идет Шрек, идет еще пингвины, Шрек, там еще что-то. Но в основном это было связано все с Пандой Кунг-Фу. Если вы хотите более подробно, чтобы я все это показал, вы мне только скажите, я засниму и покажу вам в следующий раз. Ну а эта зона, вы, конечно, сейчас удивитесь, но все знают фильм «Гарри Поттер». Вот это то место, где можно погулять, почувствовать себя, как будто ты в Лондоне, там в Хогвартс, магазинчики, все как положено, все чувствуется, как в «Гарри Поттерском» фильме. Так что смотрите, наслаждайтесь. Как видите, мальчик или девочка, точно не знаю, волшебной палочкой пытается открыть дверь. Но у них там получится 100%, я уверен. Вы видите, кто смотрел третью часть Гарри Поттера, это узник Азкабана, его крестный отец, как в фильме, двигается, хотя это больше не на бумажке, а на телевизоре сделано. Но зато интересно и очень-очень задумчиво. Ну а замок? Замок, вы, конечно, знаете, что это за замок. Это Хогвартс. Все знают, что такое Хогвартс. Конечно, хотел сказать на английском, of course. Понятное дело, что знаете, что такое Хогвартс. Так что смотрите и наслаждайтесь. Конечно, тут есть магазинчики всяких конфет, как в фильме, со вкусами. Я не стал брать, потому что я не любитель такого, чтоб слишком. Но мне знакомые подарили, кстати, на Новый год, я пробовал не так давно. Но они не очень. А так, второй день мы провели очень великолепно. Конечно, показал не очень все много, мало было времени. Конечно, в следующий раз, если будем ехать, то будем знать, что надо ехать на весь день, именно с самого утра до вечера, чтобы все заснять, чтобы все показать. Но материала будет, конечно, очень много. Но это если вам интересно и вы хотите увидеть, то мне надо, конечно, будет как-нибудь понять. А как понять? Конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну и пишите комментарий, что вы хотите увидеть больше. Либо спрашивайте что-то, то, что вам интересно, или то, что вы хотите увидеть, допустим, там показать вам, как делаются какие-то вещи в Америке, которых не показывают сильно нигде. Ну а так, хорошего вам дня, или вечера, или утра. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем бай-бай!